Ну, ну ты смотри, что с головой творится, а? Такс. Давай. Такс. Ну ты видел? Ну ты видел? Ну, ну бред какой-то, ну просто бред. Дай мне силы, энергию и нервные клетки восстановить. Я не могу здесь пройти. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Диманский Санек, FM Zoom, All TV. Пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем туда, сам All TV. Всем привет. Сегодня у нас очень классная, веселая игрушка. Ben & Blood Party. Это зомби-паркур. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем. Веселит. Ребята, я уже потренировался во сне. Теперь должен играть очень четко. Понял, да? Тем, что ты сегодня проиграешь. А что, дверь не открывается? А я на голову не могу тебе запрыгнуть? Было бы классно, если бы я на голову мог запрыгивать. А тут как? Давай. О. Рискуйте. Ух ты, это было четко. Ай. Упал. Так, 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 сейчас у меня пополнится энергия, мы здесь пробежим. Ух ты, это было близко. Так, шпаги пошли. Ой. Ой. И у меня голова и нога, и голова и рука осталась. Ух ты, это было очень, это было мощно. Ого. Давайте, я вас жду. Давай, давай. Мы бежим со всей силы. А что, мы круг делали? Мы не туда пришли, что ли? Наверх надо. Так, я возражусь, потому что что-то у меня плохо работает, когда туловище одно. А, я вас... А подожди, а как наверх забраться-то? А там с другой стороны. А ну блин, не дерись, а. Иди сюда. А блин, ты мне испоганил всю жизнь. Вот здесь добираться. Ага, вижу, вижу. Опа. Поньк. Голова. Чпоньк. Чпонька, я понял. Я поддался силу. Специально. Сейчас я уже пройду, ребята. Сейчас я играю уже на всю силу. Давай. Так, отличненько. Ух ты! А я что, в воздухе ускорился? Это законно? Да, законно. А я назад вернулся. Да что? Блин, это идиотская идея, конечно. Сразу видно, самый умный человек. Приближаемся полутуловищем. О, бензопилы пошли, это вообще жир. Чего вы отсюда тут подраспались немножко? Да мы тебя ждали. Я знаю. Вы молодцы. Так, погнали дальше. Тот в ложке, тот в каске, тот в шляпе. О, нет. Ух ты, ух ты ты. Ух ты, вот это было близко. Ползем, ползем, ползем. А, перерубило все-таки. Здесь тут можно скоротить. Да? Ну конечно, ты ж опытный у нас, челепиздрик. Это не то, что мы. Ой! Сейчас взлетим. Не, у нас только... Ай, блин! А, я живой, я живой. Ай, башка! Блин, ребята, очень классные левелы пошли. Очень сложно. Вы видите, что с нами творится? Нет! Да мы подаемся. А, да? Я ж не знал. А, да, ты что? Ой, тихо. Я уже готов занять первое место. Да мы подаемся, встанем. Меня что, перерубило? О, не, я живой. Да ё-моё, вставай! Ну, блин... Ай. Блин, это жесть. Одна голова доходит до финиша, больше ничего не может дойти. Голова. Я первый? Я тебе дал первое место. А, короче, это такая фишка, ты поддался мне, да? Да. Спасибо, Гусенек, за первое место. Я хоть раз в жизни мечтал попасть. Ребята, очень сложные левелы пошли. Нереально сложные. Сейчас будет нам все сложнее и сложнее, но при этом будет угарней. Надеюсь, вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал. Ролики выходят каждый день. Ой. Че, меня одного перерубало только? Вы че? Нет, меня тоже. А, понял. Но я буду полутуловищем идти, а что делать? Заставляет игра. Ух ты. Так, подлавливаю момент. Прыжочек, отлично. Отлезь, хорошо. Здесь прям так надо наискосок прыгать. Здесь нужно тайминги ловить. Ну да, здесь прям вообще классно сделано. Ух ты! Я забоялся, что меня распилит, ребята. Это было очень стрёмно. Ух ты! Ух ты ты! Ой, тут чьи-то ноги лежат, пацаны. Никто там ноги не забывал? Это мои. Мои ноги. Ну я и часть моей. Так. Что со мной? Что с камерой? Ай-яй-яй, хорош, я уже думал, не дойду сюда.
Это что за паркур постоянно вверх? Ай! Блин! Распилила! Как всегда, полтуловища будет сейчас идти моих. Ой, ты что там, уже молоты пошли, дебейлиши. Что там, немножко подобиделся, да? Пошли, пошли. Да нормально все. Нормально, нормально, блин. Тут это было жестко. А? Ух ты, блин, ребята, это классно. Люблю эту игру, там где мучения и страдания постоянно. А, ну Дима психопат, понятно. Чего я психопат? Да я шучу. Я люблю просто веселиться. Вы видели, как это... Блин, хотел сказать, я так идеально... Я могу назад прикрепиться к голове. Ой. Тело, точнее. Тело, да. Я опять могу занять первое место. Гусанёк, ты как всегда... Ребята, чтобы вы понимали, Гусанёк сказал, что тренировался очень много времени. Отлично. Ребята, еще сложнее левел. Все будет веселее и веселее. Погнали, я должен первый пройти. Обратите, как в тех сериях я играл. То первый, то второй. А че вы все слились? Один я прошел. А, надо голову бросать, да? Да. А куда, а как дальше? Ой-ой-ой, хорош. Так, а здесь что у нас? О, это... А ё-моё, я свалился. Нужно на пенило вот эти по бокам. А, я понял. Так, алаш матки. А потом голову. А что ж такое? Это очень сложный уровень. Мне он нравится. Мне тоже. Кто-то должен за голову пройти вон там вот. А вот сюда можно прыгать? Ай-яй-яй. А, тут надо за голову как-то пройти? Да, и там открыть двери. Ай-яй-яй, я думал, я все-таки смогу. Так, пацаны. Веселый левел. Очень. Хорош. Это уже все интереснее и интереснее. Так, надо кнопку, да, нажать кому-то, пацаны? Да. Я нажал. Она не открылась, тут надо просто бошку свою бросить. Тут бывает на везение, бывает... Смотрите, как это было. Это было просто такие вообще соплишки. Соплишки. Нет! Все там, пацаны, страдания. Блин, еще инерция есть небольшая. Блин, а как туда? Так, возрождаемся. Ну, да ну ё-моё, видели, на соплях не хватило. Это сейчас последний останусь тут, я не понял. Да, последний. Ну, типа, победу не отдать. Есть, есть, я смог. Побежали, скорее, скорее, скорее. Эх, ух. Ха-ха, это шипы вообще жестко. Ура! Тихо, тихо, а, шипы. Блин, оно еще так прикольно закусывает. Твое место. Да, пацаны, с вами неинтересно играть. Сильно уж читерские вы. Зато Дим, я с тобой прохожу. Да ну блин, ты со мной-то проходишь. Ну, да ё-моё. Так, а здесь как? Блин, да чисто я последний приду. Ну ничего, потому что пацаны читерят постоянно, играют всю ночь перед тем, как мы записываем. А я играю как есть, живую. Так я тоже. Да? Ты же говорил, что тренировался. Помнишь, что в серии ты говорил, что ты тренировался перед записью? Ай! Так, нормально, нормально. Я пройду сейчас по красоте, что было интереснее. Ты сможешь, мы в тебя бежим. Такс. Ты что, веришь? Я же профессионал. Давай, Гусанёк, на счет три зайдем. Раз, два, три. А, блин. А интересно, а если так вот прям одинаково зайти в тайминг? А там на рандом выбегает. А, блин. Обмануть систему хотел, не получилось. Ребята, еще жестче карта. Ой, ой. Вы меня ударили, перелетел. Ай, это спасибо. Все нормально. Ой, лазеры. Лазеры, лазеры, лазеры. А куда здесь дальше? А, я понял. Ай, я упал. Ой, ага, вижу, вижу. Отлично. Пойдет. Да, лазеры это сила, я вам скажу. Так, давайте возродимся. Тут что-то у меня там пол руки, пол головы нету. Да едем, и так нормально. Пойдет, да? Да, и так сойдет. Да блин, ты, ай, вонючий шип, я что-то не понял сразу, что надо делать. Вы видели? Это же надо на такой рандом попасться.
Да ты задрал, блин! Ах ты задрал, так я ж ничего тебе плохого не сделал. Да. Ты немножко подпилил тебе жопу. Подкупи нас тогда, может. Какой тебя подкупить? Ты видел себя в зеркало? А, голова! Да ё-моё! Тут инерция есть, ребята. Вот вы нажимаете, смотрите, я бросил, и немножко еще мой персонаж идет. Это прям очень жестковато так. Так, все, я не дерусь. Так, надо отсюда запрыгивать. Я не обратно вернулся, или я наверх поднимался, так не понимаю. Тихо. Тут надо очень осторожно. Так. Ой, могу первое место занять. Ну, как всегда, ты ж читеришь. Угу. И, ну, смотрите, инерция вонючая. Ну, что ты делаешь, а? Тупо прыгнул на эту штуку, и мой чувак скатился. Хотя я нажимал назад уже. Я понял. Надо здесь прям сильно постараться. А что теперь эти штуки постоянно падают? Как мне теперь пройти? Так, шары вонючие, не мешайте. Я понял, пацаны. Играем за дротами, которые не дают мне нормально поиграть в эту игру. А, вот это неправда. А как это называется? Ну всего-то 3 часа. Я 4 часа только. Я понял уже. Так. Отлично. Вот это прям было профессионально. Можно крещеном пробить. Пойдет. Нифига себе, вот это я отстал от вас. Так мы уже финишировали. Я понял уже, что мы уже финишировали. А что я по кругу хожу? А, все нормально. Вот. Отлично. Я там, конечно, вначале накосячил. Ребята, левел, где очень много огня. Это тот случай, когда мы будем просто все сгорать. А, нет, я не умру в туалете. Ты должен умереть. Я успею, отлично. Лучше сразу я возродиться, успел. Потому что сгоришь по-любому. Ой-ой-ой, вы видели, как это было эпи? А, тут в воздухе парить надо. Отлично, кс. Привет, Дима. Пока-пока. Пока-пока, да, пока. Так, чекпоинт. Обязательно чекпоинт, ОКС. О, пацан. Ой, хоть что-то надпилило. Так, а как калитку открыть? А там надо залезть и открыть калитку. А можно перепрыгнуть эту калитку или только открывать обязательно? Только открыть надо обязательно. Я тогда открою, пацаны, раз вы уже такие рахиты. Так, мы все побежали туда, с мусульного рахита. Тебе не нравится быть рахитом, привыкай. Ну ладно. Ай! Блин, видели, я в какую-то штуку споткнулся? Это было прикольно. А, голова, не гори. Сами мы просто тренировался. Так, ты смотри, видели, он меня подкинул? Ты чё читеришь? Опа. Опа-па. Отлично. Почему я не долетаю? Курица. Не смог. Нет, не допрыгнул. Ага, вот-вот-вот, вот так надо, все отлично. Пойдет. Вы... Так как я в воздух... А с кем я столкнулся? Не знаю. Вы видите на записи, я... Вы, короче, бросили курицу, и она мне выбила мою курицу с рук. Я мин тоже. Я тоже... Вот задроты, с вами неинтересно играть, вы постоянно проходите ее. А нет, я ждал, пока сам залетел, он да летел, что, и как это так? Я не задрот, это фун-фун-фун-фун. Да я тоже... Да что надо молотом совпасть так? Ребята, вот если захотите второй раз так повторить, у вас просто не получится. Да ну ё-моё, вонючая курица! Да нет, я тоже не могу пойти. Это так интереснее, ребят, намного интереснее. Я люблю такие левелы, где прям надо подзапариться. Почему моя курица в воздухе погибает нет. там? У нее какой-то есть определенный ресурс, да, у курицы просто? Там, наверное, скрипт стоит. Ах, блин, люблю страдать, ребята. Хотите пострадать и себе нервную систему попортить? Поиграйте в эту игру. Вам понравится. Да, вообще. А я не понимаю, как только туда. О, видели, и тоже исчезла курочка. О, все. Ну, есть, не долетел. Так. Ну. Нет. Есть! Я его, короче, ударил кулаком, у него курица в руках выбилась. Я люблю такие вещи. А что ты хотел, сюда первым проходить? Ой, я чувствую, сейчас будет у нас жопа гори сильно. Жопа горит. Ой. Ой.
Здесь надо осторожно. Ходячий кусок мяса. Ой. Ой-ой-ой. Отлично, возрождаемся срочно. А я не возродился. Как меня перерубало. Это просто жесть. Все, мастер паркура. Эх, это было близко. Так, отлично. Здесь надо прям постараться. Как это я не свалился там? Так, давайте здесь постараемся теперь. Ой-ой-ой, пол... Хорошо, хорошо. Блин, люблю эту штуку. Оникс. Вот это жесть, сколько здесь лазеров. Ой-ой-ой, хорошо. Плохо. Очень. Так как она мне там ногу распилила, блин, ну как она достает иногда? А я знал, что это будет левел очень сложный, я знал. Да, ты знал. Ну смотри, что делает, пилит и меня и пилит. Ай, хорош, скоро от туловища уже ничего не осталось. Ай! Блин, а голова катается, как конченый колобок. Колобок. О! Опять задроты играют со мной. Видите, что творится? Это УТБ, это УТБ. Всю ночь тренировались перед записью. Я начинаю нервничать, а когда начинаю нервничать, у меня не получается играть. Не знаю почему, но это, наверное, во всех... Я не знаю, у меня проклятие лежит на этой миссии. Ну, ты смотри, ну, смотри, у меня инерция головы какая-то идиотская. Дай мне силы, энергию и нервные клетки восстановить. Я не могу здесь пройти. Да ё-моё! Ну ты смотри, что с головой творится, а? Она как кусок говна катается постоянно. Фух, сейчас пройду. Так. Я знаю. Ребят, я ж не вы задроты, понимаете? Я играю на интерес. А вы задротите постоянно. Я не задротил, не понял. Да я знаю, я видел, как ты запускаешь эту игру и играешь постоянно. Да, расскажешь мне. Рассказывай. Так. Я не понимаю, почему я не могу здесь пройти. Почему я не могу здесь пройти? Так. Это вот так. А ты смотри. Я бываю, нажимаю прыжок, у меня чуть-чуть прыгает, а бывает сильно прыгает. Это как-то очень странно. Из-за нерца. Да ну смотри, ну бред какой-то. Так. Так. Такс. Давай. Такс. Давай. Такс. Ну ты видел? Ну ты видел этот бред? Да. Да, ну... Ну почему она падает вниз сразу? Так, я пройду, я смогу. Не смогу. Очень сложный кусок игры, очень сложный. Ну бред какой-то, ну просто бред. Даже Саня пришел тебе морально помочь. А тут прям, знаете, так... Смотри, я не понимаю, почему не могу пройти. Да ладно, у тебя. Ну прыгай! Он не прыгает у меня. Потому что рук нет. Это жесть просто. Ну, не падай, не падай! Не падай, не пожалуйста, не падай в это. Нет, не падай! Голова вонючая, ну что ты падаешь вниз постоянно? Ну не падай, ну смотри, ну у меня какая-то... Это проклятие, кусок карты проклятый. Да тебя прокляли. Ну... Ай-яй-яй-яй-яй. Я буду... Мне эта игра будет сниться сегодня ночью, я вам серьезно говорю. Ну почему она откатывается? Я же ничего не нажимаю, она откатывается. Ну смотри, почему я сильно прыгнул? Я же чуть-чуть нажал прыжок. Кого зажимаешь ты shift или нет? Почему у меня там голова отпадает постоянно? Объясните мне. Там лазер стоит. Ну, голова... Это жесть просто. Да почему так? Да ты смотри! Так, попробуй через другую сторону пройти.
Видно, эта сторона не проходится у меня. Ты все время там в конце умираешь. Вот! Я догадался, ребята, чтоб не портачить там. Я смогу. О, это что за пушка? А ей можно сбивать игроков. Она. А, я думал, я могу выстрелиться ей. Нет, я тоже. А тут наверх надо подниматься, да? Да-да-да, на самом деле. Можно вот здесь, а там еще сзади. О, давай вместе поедем. Вот гусанек красавчик, видите, что? Это было весело. Ой, бомба! Ой! Ой, Саня упал. Типа, там так две вообще-то бомбы. Так, я теперь гусаньком, да, идти вместе? Одну я уберу. А самому можно пойти. А как? А, так я не допрыгну. Пусть Саня тебе поможет. Такс. Бомбы уже нет здесь. Такс. Там сверху еще бомба, вот. Аккуратно. Я буду очень осторожно. А что она на расстоянии взорвалась? Да я ж не подходил к ней, вы видели? Ну не подходил я к ней. Ну ты подошел. Так я был от нее несколько метров. Так. Ну тут я разминировал ее. Ну да. А вы как ее не взорвали? Она потом просто спамнится сама? Мы не взрывали ее вообще. А вы как проходили здесь? Просто пропрыгнули. Ага, понял. Просто наигранная. Давай, гусенек, я тебя жду. Давай. Вместе пройдем. Не то, что эти рахиты без нас постоянно идут. Мы команда. О, у меня руки одной нет. Ты никого вообще и пальцем не тронул. О, ближе. Все, давай. Давай, давай на счет три. Давай, на счет три попробуем. Раз, два, три. Да ну блин, да что так это... Если понравилась эта серия и как мы страдаем, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.